воском до мягкого блеска. Покрытие этой ножки не отличается от остальных. Передам кресло Крэгу, пусть дальше поколдует с обивкой. Ущерб от древоточцев сведен на нет. На очереди обивка. Тем временем неугомонный Дрю отправляется в новое пятичасовое путешествие. Дрю узнал об одном коллекционере близ Чемсфорда в Эссексе. За 10 тысяч долларов пиджак, если они будут одеты строго, по униформу, по поведению у них должно быть соответствующее, приличное, сдержанное, скромное. Безусловно, это подчеркнет особый статус российского государственного служащего, как человека, несомненно, несущего попечение и заботу о государственных делах и о людях. Я лично был с гордостью, даже на мотоцикле выездил в такой форме. Сказано на радио «Комсомольская правда». Журналист и политолог Георгий Георгиевич Бофт много чего знает. Он знает, кто виноват. Но знаете, почему инфляция? Американцы много печатают деньги. Вот они печатают свои доллары зеленые. И вот эта инфляция заражает весь остальной мир. Бофт знает, что делать. Может быть, что-то в парламенте надо поправить? Может быть, туда каких-то допустить партий, которые будут более энергично отстаивать интересы людей? В конце концов, Бофт знает, что спасет человечество. Наличие такого общего врага, как коронавирус, человечество никак не сплотило. Мне кажется, что надо повысить планку и дождаться, пока прилетят инопланетяне. Тогда, может быть, это человечество сплотится перед лицом общей угрозы. Каждый четверг в 8 часов вечера по московскому времени слушайте программу «Бофт знает». Лето. На радио «Комсомольская правда». Продолжаем. В Подмосковье на тротуарах появятся отдельные полосы для электросамокатов. Сегодня написали об этом информационное агентство. Ну и, в общем, здесь все сразу... Тогда поговорим. Машина красили в черный цвет не ради крутого вида. Представьте, что вы гонщик на ралли. Ярко солнце светит на блестящий красный капот и отсвечивает.